Почему так? Потому что солдаты выполняют приказы и ведут войны. Но мы, мой друг, мы не на войне. Мы живем под угрозой. Для этого нужны три икса. В чем дело? Ты на диете? Не голоден? Сон в 7:30 на моя. И что? Где-то в мире уже обед или ужин? Давай, налетай. А знаешь, кто в безопасности? Вся верхушка. Мировые лидеры, все эти избранные, модные, шикарные аятоллы, сидящие на долларах. А все потому, что эти праведные ублюдки в какой-то момент пожали руку дьяволу. Они променяли свободу на безопасность, а мы, простой народ, потеряли и то, и другое. И поэтому три икса. Пока все еще учатся ходить, мы вытворяем на досках такое, чего никто не видел. Что ж, это моя фишка. Да, я всегда был шпионом, а не продавцом. Ну, что скажешь? Я не сон герой, сон jogador de futebol. Виноват. Тогда я оставлю тебя. Кто сказал, что не бывает бесплатного сыра? Извини, но это бред собачий, сынок. Именно такой герой нужен миру. В конечном счете, все сводится к одному и тому же вопросу, что я задаю жене по пятницам вот уже 20 лет. Может, уже сделаем это?